Значит, смотрите, я вам покажу три монетки, которые я сегодня дал. Это рун. Очень хорошо монета пошла. Я дал ее шорт 1.59. Я думаю, что она дальше еще сюда пойдет. Очень хороший шорт на самом деле. Сейчас я освежу. Да? То есть, посмотрите, рун. Великолепная монетка. Очень хорошая сегодня. Очень хорошо сходила. Она сходила минус 12 копеек. Почти 10%. Да? Очень хорошая была точка входа. Идем дальше. Сайбер. Это была еще одна монета. Я думаю, что Сайбер будет дальше падать. 4.56. 4.56 была дана монета Сайбер. Да, вот эти монетки, чтобы не было никаких вопросов. И еще одна монетка, которая была, которую я давал WLD. WLD. WLD очень хорошо тоже потихонечку начал идти. Видите, так вот на дневке можно посмотреть. WLD очень и очень хорошо сходил. Плохо платформа даже не запоминает иногда уровни, да, то есть вот это все сбивает там и все остальное. Вот WLD еще где стоял с самого верха, там очень хорошо сходил с $1.90 до $1.50. Это очень сильное падение, там почти в 30, почти в 40 копеек, это почти 20%. И по поводу подписаться на телеграм-канал, можете написать мне на инстаграм, я сброшу ссылки. Пишите Александр Герчик Official, и все. Смотрите, видите, XRP. Когда XRP очень сильно поднялся, видите, вот XRP очень сильный уровень. Я сразу сказал, что SSE просто так не отпустит. Ваша задача заключается в том, чтобы идти вот так вот по каждой монетке для того, чтобы находить, будем говорить так, какие-то точки входа. Да? Вот это очень и очень важный фактор. Видите, я ставлю себе звездочки для того, чтобы понимает там, какая монетка более-менее где нормально смотрится. Видите, вот, если BNB, да, BNB у меня давно стоял на листе, первый раз, видите, все у меня уровни прочерчены. Если BNB пробьет вот этот вот уровень свой, видите, да, то все, там BNB будет жопа. Но то, что я вижу, смотреть на уровни на дневке нужно за какой период? Так, чтобы вам хватало. Вот этого с боли с головой хватает, здесь 2 месяца хватает. Если только не хватает глубины графика, только тогда можно переходить там на месячные или там недельные графики. Вот так вот матик. Я только что дал матик в телеграм-канале, видите? То есть вот ARB зашел в шортовую зону, там ходу сюда. То есть сейчас видно по рынку, что все монеты, видите, маленькие монетки, их убивают. Видел вопрос, отвечу. Дайте совет, пожалуйста, как лучше домашку готовить. Вот я как вижу, так и делаю. То есть я даже не буду там ждать закрытие какой-то сессии или еще. Я увидел, что BCH зашел в шортовую зону. Вот он зашел в шортовую зону. Все, я даже не буду ждать закрепления дневки, ничего. Если есть идеальная точка входа, если есть хороший запас входа, и есть место, куда поставить стоп, не надо там ждать закрытия какой-то сессии, потому что бывает такое, он идет сюда, вы будете там за ним гоняться, и никаких проблем не будет. Да? То есть самое главное, каждый раз, вот видите, вот линк тоже у меня стоит на листе. Да, очень хороший, сильный уровень по линке. Если линк пробьет, будет улетать. Но из того, что я вижу, BLZ тоже был у нас, кстати, на листе. BLZ очень неплохо сходил. Вы должны понимать одну вещь, что вот Opus, OP, видите, то же самое, тоже очень сильный уровень. Видите, я везде ставлю звездочки. Поэтому мой совет один, мой совет один. Вот то же самое, Pepe, да, линк мы уже смотрели. Линк только что мы смотрели, я по нему говорил, линк стоит на шортовом листе по 6.80. Поэтому мой совет один, всем дам один и тот же общий совет. Вот так вот сидите, делайте домашку, неважно, какой это инструмент, это крипта там или еще что-то.